Всем привет, ребята! Вы на канале Луси, и сегодня мы летим на море! Да, мам? Да. Ребят, всем привет! Сейчас надо будет заполнить ланчбокс. Я снимала видео, как мы их собирали. Купим вот эти необычные розочки. Или мороженое. Я не знаю, что это. Где оно? Ой, шоколадки. Вкусненькие. Наташа, что будешь? Так, давай возьмем одну. Давай 3 порции сока. Ладно, 2 сока. Шоколадку и виноград. Все, готово. Наташ, ты понесешь. Пойдем? Пошли. Давайте лучше вы возьмете тележку. А то раньше у нас таких не было. Поставим чемодан. Можно сюда поставить чемодан. Чики. А вы можете понести только мелкие вещи. Сумочку. А сумочку я понесу. Ну все. Идем. Идем. Ладно, я взяла ожидание. Посидите. Кир, точно все возьмешь? Давай, может, еще одну возьмем. Тележку для чемоданов. Нет. Давай я повезу, Кир. Хорошо. Ты будешь вести сумочку. Пойду. Пойдемте, как в зал ожидания. Пойдем. Посидите пока здесь. Все хорошо. Так, я пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите рекламку? Нет, спасибо. Я не хочу. Вот паспорт. Хорошо, отлично. Пойдемте. Вот. Наталья и Алексей на месте? Да. Так, нам. Посмотрим. Посмотрим. Может, хотите какую-нибудь пляжную взять? Ну да, можно взять. Кир, у нас и так много вещей. Идите, скоро уже полетите. Следующий четверг обновление. Да, следующий четверг все достроят. Спасибо вам огромное, до свидания. Давай взвешивать. Ну пойдемте, что стоит просто так. Чего? Ребят, я открыла какую-то секретку. Давайте посмотрим. Это то, что я думаю? Ребят, это заодно будет видео с секретик. Так, ладно. Извините, можете нам помочь? Ой, да, это наши секретики. Вы их нашли. Вы молодец. Спасибо. Я еще приду, если что-нибудь найдем. Отлично. Давай взвешивай. Ага, отлично. Давай. Так, все взвесилось. Еще ваш чемоданчик в коробку. Так, подходит. Все. Идем, становимся в очередь. Свободная у нас очередь. Ага. Свободненько. Наташа, иди сюда. Наташа, паспорт помещается, потом здесь. Все, пошли. Пошли. Мы следующие. Отлично.
Спасибо, я пошла. Здравствуйте, здравствуйте. Можете, пожалуйста, показать паспорт? Конечно. Это наша семья. Так, да, давайте, зарегистрированы на нашем сайте? Да, зарегистрированы. Очень хорошо. Угу. У вас багаж весит... Извините, у вас багаж весит меньше 90 кг? Нет, некоторые весят по 99. 99 с собой возьмете. Ладно. Ой, простите, я перепутала. То есть, если больше 90 кг, то отправляете в багажное отделение. А если меньше 30-20 кг, то с собой берете. Мы, наверное, весь багаж на багажное отделение. Хорошо, значит, уже в четверг багажное отделение все будет помещено. Окей. Окей, я не против. Хорошо. Ладно, хорошо. Некоторые 63. Хорошо. Это ваш паспорт? Это как кто-то забыл. Вот вы за грант. Вот, держите. Давайте посмотрим. Угу. Так. Вот, держите билет. Ура! Мы полетим в отпуск! Угу. Дальше. Девочки. Девочкин паспорт. У девочки есть паспорт? Извините, у девочки есть паспорт? Да, вот, держите. Вот. Билетик, девочки. Ура, это мой билетик. Пап, можешь мне руку? Хотя нет, он мой парашют. Не надо. Может, ланчбокс такой? Ладно, повезем вот так. Ура! Ура! Положу пока его сюда. И понесу вот так. Пап, твоя очередь. Ладно, посмотрим, что там. Я пойду посмотрю. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, девушка. Можно погрузить багаж? Попробуйте. Попробуйте его погрузить. Я уже погрузила. Точно хотите? Да. Сейчас привезу. Пап, теперь ты вставь свой паспорт. Эп. Девочка, просто проведи билетиком. Хорошо. Мама, я здесь. Это мы в багаж берем. Хорошо. 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 В багаж. Хорошо, хорошо. Только я еще остался. Ой, блин, мой паспорт. Кир! Где твой паспорт? Вот, держи твой паспорт. Спасибо. Держи. Я прошел. Молодец. Багаж сдаем. Угу. Сумочки. Так, и коробочка. Ой, вот мой паспорт. Ладно, мы загранплатили. Ничего. Ну что? Может, отправим нашу сумочку? Ну хорошо. Пик отправляем. Я первая. Наташа, иди за мной. Леша, ты последний. Выходите. Выходите, выходите. Не бойтесь. Давайте я вас установлю, да? Проходите. Какой у вас песик милый. Ой, какой он у вас миленький. Стойте. Проходите. Этаж за мной. Девочка, все хорошо, не бойся. Девочка, не бойся, мою собачку. Давайте я тебя просканирую. Угу.
Проходи. Тут еще... Сумочки, поехали. Камеры. Так, может еще отправим на твои сумочки? Это будет наш челик. Без телефона. Стоп, пока это подсказка. Соберите самолет. Уверена, мам. Конечно, уверена, Наташа. Все чисто. Идите на второй этаж. Моя очередь. Мне надо вас просканировать. Подождите. Угу. Проходите дальше. Идем, девочки? Ну, пошли. На второй этаж, да? Ну, да. Что ж, поделите. Мы приехали. Я пойду сюда, буду здесь сидеть. Мам, там какие-то шляпки продаются. Что, доченька, шляпки? Ой, придется опять вызывать нашего человека. Где тут мой чемодан? Алло, здравствуйте, можете приехать? Вы в аэропорту сейчас? Да, здравствуйте, я в аэропорту. Приехали, пожалуйста. Вот, я здесь. О, как быстро. Спасибо. Что такое? Кир, все на месте. Отлично, рада это слышать. Пока посидите. Когда на посадку начнется, все, мы вас позовем. Кир. Наташенька, пойдем посмотрим, что там. Вот такая шляпочка. Это же мои настоящие очки и сумочки. Я скупаю весь этот магазин. Не зря у нас такой классный аэропорт. Это еще и торговый центр. Вот это, пожалуйста, положи. Добавочку. Красивые сумочки. Наташа, ну посмотри на это. Они такое красивое. Посмотри на эти туфли. Они такие красивые. Какие они красивые. Наташа, давай их возьмем. Они такие классненькие. И может эта рубашка, она такая классная. А, в следующий раз мы сюда не пошли, поехали. А в этом тиковане. Пойдем посмотрим, что еще. Здравствуйте. У вас такие крутые вещи. У вас очень... Я не могу. Я хочу все. Здравствуйте, можно померить? Конечно, берите. Я возьму вот это. Может, хотите взять образ? Нет, спасибо, пока я не хочу. Пойду померяю. Подожди меня здесь, Наташа. Так, пока положу это снаружи. Ребят, я хочу сейчас померить вот эту вот маечку. Вау, она такая классная. Я беру это все. Она очень красивая. Я думаю, я уже еду в этом. Я уже поеду в этом. Я не буду свою старую одежду надевать, кроме сандалий. Я только их оставлю. Можно по интернет-приложению? Конечно. Вот приложение, скачайте его. Хорошо.
Я плачу по интернет-приложению. Лёш, можно в чемодан добавить вещей? Кир, как ты за 2 секунды находишь себе красивые вещи? Я не знаю, просто такая. Здравствуйте, еще раз. Вот это вот мне не нравится. Хорошо, все? Да, все. Пойдем посмотрим, что там есть. Ой. Наташ, там местная пекарня. Чего? Давай пойдем посмотрим. Пойдем хоть кофейку возьмем ночью. Здравствуйте. А что тут у вас есть? Какая же тут зона классная. О, какая? Так. Здесь в отпуск все? Угу. Стоп, а как мы снова здесь оказались? Здесь какая маска. А мне кажется, вам очень пойдет этот купальник. Здорово. Померяю вот это. Очень нравится. Сандалечек. Это потрясающе. Какое же оно красивое. Я 100% буду носить это в отпуске. Где там Наташа, правда, я не знаю. Где она ходит. Какие тут красивые нарядики. Я беру вот это, надо обязательно взять. Вот эти платья можно взять. Нет, полотенце. Подушка. Обязательно подушка. Это я обязательно беру. А, Кира напугала меня. Ты где была, Кира? Ой, я много где была, знаешь? Не знаю. Мам, ты где? Прости, доченька. Я просто... Тут очень много вещей, всяких мест и все. Как же здесь... Красиво. Какие они стильные. Какой это стиль. Какая же это красота все. Ладно, пойдем посидим, доченька. Ну, пошли. Доченька, пойдем посидим вот там. Мам, купи очки. Мам, ну купи очки. Вот твоя шляпа. Нет, я вот это лучше возьму. Сколько стоит? Нет, спасибо, пока не надо. Может, возьмем вот это очки? О, ну давай, положим. Чемодан добавления. Ой, простите. Давай здесь посидим, солнышко. Стоп, что это такое? Это наш... Это твой паспорт. Наташ, что твой паспорт делает здесь? Ого, сколько гиры себе всего купила. Жаль, что у меня пока еще ничего здесь нет. Угу. Пойду прогуляюсь. Вау, какие брюки. Какие они... Я не классная, мне не очень нравится. Здрасте, можно померить эти брюки? Конечно, можно. Примерочный, вот там. Хорошо. Какой красивый пиджак. Вот это. О, пойду померю. Пока отложу твои очки в сторонку. И померю. Ой, я реально серьезно выгляжу. Только надо причесаться. Ой, как же классно. Я, наверное, это сегодня беру. Сегодня мой день для шопинга. Здрасте, я это покупаю. Хорошо. Какой же это стильный все-таки образ.
Нет, надену его сейчас. Хотелось, конечно. Ну, приветик, девочки, каков мой образ? О, круто! Круто, пап! Ладно, я пойду еще погуляю. Какие очки? Кири, подойду. Кир, выбирай. Сразу двое. Ладно, хорошо. Двое так двое. Ладно, пойду еще прогуляюсь. Это кольца. Мне же такие понравятся. Так, что еще выбрать? Может, взять вот такую колечко? Так классно. Возьму вот это колечко. Ой, как его снять? Его сам надену. Сниму его. Ой. Вот это. Возьму. Куплю нам колечко. Кир, держи колечко. Вау. Вау. Тебе идет. Очень-очень долго. Будем сидеть здесь, пока не откроется аэропорт. Ну, красивые у нас колечки. Пойду только погуляю что-то. О, пекарня. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, вот этот бутербродик. Спасибо. Сколько с меня? 30 рублей. Отлично. А печеньюшки можно? Конечно. Держите. Сколько? 25. Спасибо. Что продаете? Мы продаем фастфуд. Какой любите? Мне, пожалуйста, апельсиновый давайте. С льдом? Ну да, я люблю холодный. Теперь нельзя есть. Он упал. Спасибо огромное. И еще на другом конце аэропорта мусорка. Пойду прогуляю, что ли, что-нибудь я посмотрю. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Она сказала, что оплатит через приложение. Но можете за нее оплатить карту? Все? Да. Можете купить нашу шоколаду? Нет, спасибо. Раздумайте на платку нового чемодана. Хотите порадовать кого-то? Хотите купить журнал? Хотите купить? Хотите купить путевку в ледяной лес?
по горячей цене? Нет, спасибо, мне нужна. Нужна только такая есть, такая одежда. Теперь я хочу природную маску. Я вообще ничего не хочу. Девочки, как-то вы тут без меня? Да хорошо. Еще не пускают на четвертый этаж. Да скоро пустят, не переживай. Пойду померю колечко. Конечно, я с ним круто выгляжу. Все равно куплю. Спасибо, что купил такое красивое колечко. Оно мне нравится. Оно очень красивое. И мне нравится. Спасибо огромное. Так, попробую пойду ваши вещи в аэропорт. Отлично, приехали. Давай попробуем сдать. Здрасте, мама, пройти обратно. Конечно. Поставьте вещи. Я поставлю, что жду. Ну и эту сдаю. У вас здесь очень много вещей. Вы уверены, что вы хотите что-то убрать? Это поедет с этим. Попробуем вам его доставить. И, кстати, у вас там вес. Вот так. Давай, поплечь. Тестирую. Ребяточки, мы уже в аэропорту сидим, и пока это ожидайте продолжения. Когда выпустится 34 этажи аэропорта, тогда, возможно, я сниму видео. Мы снимем видео, и вы и снимем мы с семьей видео, как мы проводим дни в аэропорту. Всем пока-пока, удачи, вы были на канале Тусы, пока-пока, и ждите новых видео, и посмотрите старые видео.